Снова всем привет, с вами снова Билли. Я в третий раз сейчас скажу снова. Эх. Продолжаем играть в Armored Core. Вот. Прошлый раз у нас была миссия, где я сражался аж с двумя неприятными молодыми людьми. Там, по-моему, был младший лейтенант и старший сержант. Вот, да, вот с этими двумя петушарами. Сегодня посмотрим, что у нас еще есть. У нас есть устранение B37. Или В-37. Центральный Белий. Исследовательская база Аркебус. Стена. Уничтожить вражескую AC. Устраните Суинберна 7 из вечерних звезд. Здание будет провалено, если вас обнаружат камеры МТ. Камеры? Ну мне же надо просто... До этого была миссия, кого-то убить надо было. И там сразу ты в бой с ним идешь. Здесь, видимо, будет перед боем еще что-то. Давай посмотрим, что у нас вообще по сборке. У меня дробаш, дубинка и два соловья. Думаю, может соловьев поменять на ракеты какие-то. Плазменная пусковая установка. Пусковая установка с активным самонаведением. Вертикальная, пусковая, парапарам. У меня есть вертикальные с большим количеством ракет. Посмотрим, что у нас в магазине есть вообще на плечи. Разделяющиеся ракеты, двуствольная пусковая установка. И просто пусковая установка. Ракеты отслеживают цель и взрываются при ударе, перегружая тем самым вражескую СПО. Увеличенная модель для тяжелых сборок позволяет захватить несколько целей. А если мне не надо несколько целей? Вот тут вот есть взять цель в тиски. Может быть мне вот это надо? Давай возьмем две такие штуки. Чтобы взять цель в тиски. Двуствольная пусковая установка. И сейчас мы ебанем это все себе. Одна такая. Вторая такая. Вот, ракетки есть. Херня станящая есть. И дробовик есть. Может быть, конечно, попробовать вместо вот этой темы. Сколько у него боезапас? 60. А лазерка, лазерная винтовка. А... 280. Но я выиграю чисто по боезапасу. Сила атаки меньше. Хотя как посмотреть. Давай-ка мы запустим тест и сейчас выберем себе оружие. Давай. О, тут новые бои есть. Кстати, надо будет пройти. Так, нет. Кстати, настройка ОС. Может, мне что-нибудь купить себе? Боевая броня. Активация боевой брони. Быстрый поворот. Ничего интересного нет, да? Не, ну вот быстрый поворот. Ладно. Так, вылазка и тестирование. Давай в тестирование перейдем. Сейчас посмотрим. Включим... Ну, цель какую-нибудь и попробуем пострелять и из дробовика, и из лазерки. Во-первых, давай сюда врага. Давай четырехногую, но без искусственного интеллекта. Пускай просто стоит. Полетели ракетки. 512. Что-то как-то странно. Так, теперь давай в правой руке возьмем лазерную винтовку. 293. Так, заряжаем. 1400.
принципе, потихоньку нормально стреляет. А вот эти ракетки как будто сомнительные какие-то. Ну-ка попробуем сейчас чуть-чуть чутка все поменять. Попробуем, во-первых, вот эти снова. Чё ещё? Плазменные установки. Ну как будто бы они, блядь, мало дамажат. Ну ладно, давай плазменные вот эти попробуем. Вот так-то. Сюда чё? Ну вот это я оставлю, мне в принципе нравится эта тема. Так, лазерный пистолет, лазерный дробовик. Оглушающий бомбомет терапевт. Хуйня какая-то. Базука, гранатомет. Кокелет. Циммерман, обычный дробовик. Гатлинг, Ладлоу, Скадер, Тернер, Кёртис. Ну, винтовки какие-то они не очень. Давай, ладно, плазменную винтовку попробуем. Где враг? Смотрим по траектории. А, они чисто сверху на него падают. Все плазменное у меня, да? Ага, все слишком сильно зарядилось. Ну, в принципе, вот эти плазменные можно поставить. Пускай с ними попробуем, А вот сюда ну, что-то другое надо. Ну, давай попробуем дробовик лазерный просто. Я с ним ходил, может быть, будет норм. Ну как будто вот эти вот пись-пись вообще хуйня собачья. Так вот посолиднее, конечно. Хотя в упор более-менее. Ладно, попробуем вот так, но возможно это хуйня. Не знаю. Сложно. Давай, погнали. Вылазка, если что, что-нибудь поменяем. Устранение. Погнали. Main System. Mission Briefing. Мы получили задание от фронта освобождения Рубикона. Давай ознакомимся с ним. Ну давай с ним ознакомимся. Есть задание. И чё? Фронт освобождения Рубикона планирует отбить стену у корпорации Аркебус. И мы бы хотели, чтобы ты помог нам с этим. Денежки. Твоя задача устранить Суинберна, командира оккупационных сил. Суинберн развернул наблюдательные отряды, чтобы отслеживать нарушителей и найдем оперативников. Если мы хотим вернуть себе стену, то тебя не должны заметить. Мы рассчитываем, что ты выполнишь задание. Чё, быстро, типа? С Уинберном я, по-моему, на арене махался. Погнали! Ой. Другой стиль боя? У меня, в принципе, ноги задние, прыжки хорошие и милишное оружие, так что сейчас, если надо незаметно куда-то прокрасться, и потом у нас будет с ним бой, тогда как бы я, может быть, даже исправлюсь. Ну, посмотрим сейчас. А мне прям надо убивать этого Суинберна? Типа, нет выбора. Может, я вообще на сторону УПИ готов перейти? Activating combat mode. Приступай к заданию.
Watch out for the surveillance MTs. If they get a read on you, this operation is over. If you pick up a capture camera, блять, уже минус заряд. Уже минус один патрончик у меня. Да я же победил уже. Задание провалено. Быстро я, конечно, обосрался. Могу, умею, как говорится, практикую. Не думал, что так быстро обосрусь. А чё так сложно-то нахуй? Какой нахуй стелс, блять? Попробуем еще раз тут пройти. Ну-ка. Я вышел. Он maybe развернется, нет? Или не планирует он? Ну ладно, нормально. Блять. Да я ж спрятался. Не знаю, правильно ли их ебашить вот так, такими атаками. И нужно ли мне всех убивать. А чё он на ФК стоит? А где цель моя? А, не туда. А тут можно зайти? Блять, не можно. Где враг? Блять, серьезно, недолет. А так? И так недолет. Да ты чё, блять, нахуй? Ну тогда так, блять. Блять, опять проебался. Ай, блядь. Пошли вы нахуй. Какой нахуй стелс, блядь? Я в ахуе вообще присутствие подобных миссий. Ай, блядь. Стелс ассасин, блядь. Давай пониже опустим, а то я тут сижу, блядь. Не очень красиво. На чили сижу. Просто тут как бы вдоль стенки, наверное, я могу пройти, а вот прямо так, мне кажется, меня ёбнут. Сейчас, короче, будем действовать максимально примитивно. Да как нахуй я должен его убить? Я к нему двигался на рывках. Ну ладно, может, блядь, медленный был. Да, я в ахуе, честно. Ну. Ой, блядь. Ну, уебал я вот этого, уебал. Ну а вот этого как я уебу? Вот так вот только если.
фоткают меня, блядь. Но они не смогли меня сфоткать. Правильно? Он по мне попал, но я его уебал. Я понял, они должны меня сфоткать. Ну, судя по тому, что я услышал. Так, этого я уебал. Тот еще меня не видит. Но сейчас увидит, блядь. Я съебался. Тактическое съебывание. Че, он на стороже, типа, да? Нахуй повыше залезть. Бля, сейчас он ко мне пойдет. Нет, он задом отъезжает. Пиздец, гений. Их там вообще не двое, я думал один. Блять, он еще и задом отъезжает от меня. Какой уебок. Тогда нахуй мне идти с ним. Я тогда вниз лучше спущусь. Ну только так, блять, я могу с ними справляться. Да иди нахуй! Я забыл, что он снизу меня видит, блядь. Какой пиздец. Какая неприятная миссия. Да идите нахуй! Well done. I'll handle it from here. Блять, опять провально. Еще, блять, загрузка такая долгая. Сука. Да реально, отказаться надо от задания просто, да и все. Мозги не ебать. Я от игры в пизду. Какой стелс, блять, робот? Я огромный, блять, робот. Какой, блять, стелс? Им не нужно вообще робота тут расставлять, им нужны датчики. Все, минус нули, пидорасы. Блять, бежим нахуй. Как я сейчас вот не проебался? Не знаю. Непонятно. Блять, уже фоткают, что ли? Ты чё, ебанько, нахуй ты меня фоткаешь? Серьезно? Они уже типа насторожились. Вот пидорасы. Спрятался. Минус. Сейчас за вторым нахуй пойдем. Еще одного уебал. Поверху заебись, сейчас так и пойдем. Блять. Серьезно, он меня снизу уже палит. Блять. 50% уже.
Отъебись. Пойду этого еще ебну. Все нахуй, меня никто не видел. Никто не видел, никто не знает, где я. Это человек стелс нахуй. Все на месте, блядь. Возможно, он сейчас в дозоре. Нихуя тут. Тут и стену атакует. Добраться до цели. Блять, проебал. А, он уже с кем-то файтится. AC фронта освобождения выглядит иначе. Ах ты пидорас. Бля, я так нормально ему нападал. Но он оказался сильнее. Я не могу проиграть, я Суинберн. Не попал по нему? Да, блядь, я замахивался на него просто. Сука, сука! Пиздец, вообще ноль шансов. Почему мне мое оружие так бесит? У меня хилок больше нет, блядь. Блядь, он пытается дистанцию держать. Пизду, он меня сейчас выебет. Да. Убил. Нет, это, ну, сработал щит, но с одним хп как будто такое с ним махаться. Типа, мне можно его не убивать? Принять. Окей, okay, не будем его убивать. Мне просто интересный вариант такой. Блять, я нечаянно. Прости. Ебать, я мразь. У меня вопрос. Ой, блядь, какая я мразь. Ой, сука. Я не думал, не знал, что его можно ударить будет. Бля, эту миссию надо будет перепройти, чтобы посмотреть, что в итоге как и как. Пусковая установка с детонирующими зарядами. Новое оружие вон дали. Не зря все это дерьмо я делал.
Тебя Уолтер этому научил? Благодарны за устранение Суинберна. Беспокоились, что враг переманил тебя. Но похоже, мы все-таки можем тебе доверять. Рад, что мы на одной стороне. Получена эмблема. Эмблема. Магазин деталей. Что тут у нас? Что-то новенькое? А где? Я один не вижу новинок. А почему он подсвечен? Иридий. Ну ничего нового-то нет. А, вот. Оружие, левое плечо, пусковая установка с детонирующими зарядами. Движущая ракета создает цепь замедленных взрывов, позволяя вести непрерывный подавляющий огонь против целей, сумевшим избежать начальных ракет. Ну, как будто бы хочется потестить. Непонятно только, почему он только на одно плечо. Давай ночную цаплю все-таки купим. Потом еще подформим. Ну, я вне записи что-нибудь еще подформлю. Потому что это не особо интересный контент. Возле что у меня будет? Вот здесь эта тема, а на левое плечо... А, так она на оба плеча, что ли? А, одна мне так досталась, вторую я купил. Все, понял, как это работает. Ну ладно, ладно. Вообще, я думаю, какой-нибудь, может быть, винтовка какой-то. Линейная винтовка Кёртис. Общий боезапас. Ну, самое дамажное, вот Рансетсу. Но боезапас еще будет меньше. Давай попробуем вот с Кёртисом поиграть. Почекаем, чем может вообще. Следующая миссия будет туннельный саботаж. Окей, но это мы уже потом. Вот. Сейчас можем аренку одну скатнуть. Да, Суинберн был врагом моим. Погнали против Ву Хуахая. Скатаем. Кто это такой? Программа оценки боевых способностей. Арена номер 22. Переход в ранг D. Это что за паукан? Лион. Лилон. Ву Алхай. Ву Алхай. Блять, ну оружие у меня новое, так что не знаю, как у меня что будет. Блять, ну это было так себе. Блять, а это больно было. Блять, думал сверху получится на него давить, так сказать. Я перезаряжаются долго эти ракеты. А, вот они типа по нему 100% попадают. Ну, победа. Я решил хилку не нажимать, победить тем, что есть. Я так и не понял, как они работают, эти ракетки, но походу они гарантированно попадают. Ну, не то, что гарантированно попадают, они, как объяснить,
Они эффективны. Вот. Протестировано. Плюс 52 тысячи. Получены чипы. Хорошо. Сведения о машине, эмблема. Угу. И, кстати, не прочитал, кто это такой. Давай читнем, что ли. Третий пилот красных пушек отряда AC Balam. Прирожденный мошенник, способный на любую аферу. Ву Хуахай был криминальным гением, всегда готовым нажиться за чужой счет. Однажды он основал подпольную фармкомпанию Фэншуй, что привело к стремительному распространению заболеваний и подрыву экономики Балам. Остановить Ву Хуахая смог только Нил, нынешний заместитель командующего красных пушек. Еще будет тут он Безумный Палец, Хокинс, Игуанзу, Ромулсон. Интересные тут роботы будут. Мы обязательно с ними тоже пофайтимся. Так, кстати, можно что-то уже замутить. Оружейный отсек. Тут все с какими-то, блять, обилками. Мне это не нравится. Ручное наведение, быстрый поворот, боевая броня. Импульсная броня. Наверное, импульсную броню, слушай, возьму. Ctrl-R. Давай нахуй сюда ее. Так, это то есть не надо в дизайн зайти. Импульсная. Прочность меньше. Но длится дольше. Двадцать тысяч прочность. 5 секунд. Ну, может быть, я возьму вот эту херню, если... Та, перестань. Ну... Вообще, должно было быть как будто больше слотов. Я думал, я ее беру и... Ну ладно. Странно, что только один слот. Ладно. На этом я заканчиваю, гайз. Ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в сообщество ВК. Теперь видео будет чуть короче по Armored Core, чтобы они были более смотрибельны. Ибо полуторачасовые, двухчасовые никто особо и не смотрит. Возможно, и получасовые никто не будет смотреть. Но мне anyway так проще выкладывать на YouTube более маленькие видео, потому что YouTube сейчас очень тормозит даже с моим VPN. Вот такие дела. В общем, всем пока.